Прогнозируемые поступления налоговых и неналоговых платежей позволяют увеличить собственные доходы Бобруйска на 9 миллионов рублей. Часть средств направят на увеличение надбавки по контракту работникам бюджетного сектора. Дополнительные поступления распределят на капитальный и текущий ремонт, снос неиспользуемых объектов, приобретение медицинского оборудования и на другие расходы социальной сферы города. В Бобруйске выполнено более 16% от плана по нанесению дорожной разметки. Свежие полосы уже пестрят на Минской, Социалистической и Интернациональной. Всего в 2024-м обновят свыше 30 тысяч квадратных метров. В цифру не входит новая разметка, которую нанесут после текущего ремонта городских улиц. 18 мая с 9 до 12 часов исполнительный комитет и районные администрации проведут прямые телефонные линии. На повестке дня обсуждение экономики, предпринимательства, заработной платы. Также разговор коснется вопросов жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, содержания и уборки территории района. В рамках Дня трезвости в Бобруйске 17 мая будет ограничена продажа спиртных напитков. Акция направлена на популяризацию здорового образа жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними. Запрет не распространяется на розничную торговлю в объектах общественного питания в Розлив. Бобруйчанин Владислав Бурдь стал чемпионом Европы по самбо. В финальном поединке земляк одолел соперника из Болгарии. Медаль высшей пробы стала для белорусской команды единственной на турнире. Также в активе самбистов 3 серебряные и 7 бронзовых наград.